Ребята, всем привет, с вами Александр, и вы слышите эту тревожную музыку. Мне она чем-то напоминает фильм «Чужие». «Чужие», да, именно «Чужие». Вот. И игры первые, «Чужой против хищника», «Чужой против хищника», «Primal Hunt». Ну, короче, первый фильм по «Чужим», первый, второй фильм по «Чужим». Такая вот тревожная музыка. И это наше нововведение, которое называется, ребята, «Код 19». По-моему, такая штука у нас была в «Jurassic Park Builder», то есть там, где динозавры могли сбегать. И эту штуку нам ввели... и в Jurassic World The Game, то есть наши динозавры могут сбежать. И сейчас у меня сбежал, если не ошибаюсь, по-моему, Бонни Тозаура. В общем-то, высветился код 19, по-моему, дается 2 минуты, чтобы это дело поймать, чтобы его поймать. И, ну, чтобы его поймать, то есть вернуть на место, да, нужно выполнить вот эту вот, выиграть эту мини-игру. Нужно пальцем тыкать так, чтобы загнать эту штуку в зеленую зону, я так понимаю. Только еще я не понял, ну, не видел, я первый раз это мне штука выписала, я думаю, сразу включу запись. Куда именно тыкать, я не знаю. А если существо убежит, то есть либо мы в мини, либо протыкаем 2 минуты, либо вот эта вот полосочка мы будем, когда не сможем завести за красную полоску, в синюю, либо зеленую зону, то оно убежит, типа, и будет недоступно какое-то время для сражений. Вот так вот. Кстати, у меня уже сразу появился лайфхак, как избежать вот этих вот больших неприятностей. В конце видео вам расскажу про это дело. Ну, а если мы, в общем-то, накладываем нормально в синюю зону, нам дадут очки опыта, experience. Если в зеленую зону, то еще и ДНК насыпят. Вот так вот. Так, нажимайте на значки, когда они становятся синего цвета, чтобы успокоить существо. Раз, два... Раунд один. Как это мимо? Что значит мимо? Когда они синими становятся? Я в шоке. Я вообще-то попадал из... Осторожнее, сейчас она убежит у меня. Так, ну существо у меня убежало. Короче, в общем-то, да, я уже понял, да? Куда тыкать? Ну, я первый раз вроде попал, почему оно не стало там, да, конечно, времени совсем мало. Ну ладно, я уже понял, в какую секунду надо это тыкать. Вы не получаете монет с вольеров. Так. Соберите команды, чтобы поймать сбежавшее существо. То есть интересно, кстати, даже когда оно сбежало, это даже более интересно. Что-то какую-то команду соберите. Вы не получаете монет с их вольеров, и их нельзя использовать в сражениях. Соберите команду. То есть мне просто нужно его победить. Ну так это как бы вообще не беда. А, то есть я выбираю три существа, которые у меня тоже, походу, блокируются, чтобы освободить вот это? Зачем я это сделал? Я даже не знаю, да, я только что заблокировал себе более крутых существ. Непонятно зачем. Чтобы освободить Бонни Тозауру, который я никогда не сражаюсь, да? Ну, прикольно. Ладно, такая... Чего? У меня еще код 19. Вот. Ёханы бывает. Это что за, что за дичь? Они что, каждых 2 минуты мне будут сбегать? Раунд 1. Ха-ха! Я уже понял. Я уже попадаю. То есть тут вы только с первой посинел, сразу клацаете по всем. То есть без паузы. Ах ты, ё-моё. Интересно, рано или поздно по последнему тыкнул. Ну, в общем-то, все нормально. Изи катка. Идеальная поимка. Я вообще-то зафейлился один раз. Ну, смотрите, нам уникальные гены насыпают. Это, ребята, уникальные гены насыпают. Ху-ху. А почему не Моностигатопса? Ну, короче, я вот запустил игру, и мне уже дважды они сбежали. Кстати, значок, по-моему, новый, да, раньше такого не было.
Раньше, по-моему, такого не было. Ух, ну как-то прям аж стрёмно стало здесь находиться. Сейчас поразбегаются. Так, а ну-ка давайте глянем на Бунитозауру. А, ну вот, как бы, типа, значок поиска, что мы его ищем. А теперь давайте зайдем мы еще куда? В битвы. Да, вот, допустим, сюда я хочу видеть, кого я там выбрал. Крутозавра. Они вот там должны быть. Унайринг, да, был? Они сейчас должны быть заняты. Да или нет? Да, вот, смотрите, они на поимке. И они будут заняты столько, сколько занят, в общем-то, сколько мы ищем этого. Но, в принципе, недолго. То есть, если вы выбрали каких-то крутых существ, то, я так понимаю, время зависит от того, каких существ вы туда отправили. Крепких, либо некрепких. Так, я тут вот продолжаю, собственно говоря. Меня отвлекли от дела. Я немножко тут восстанавливаю себе стегоцератопсов. Ну, еще два купить по 8 косарей не стоит. И будет все нормально. Давайте тут что-то почитаем. Тяжелый шипастый хвост и два рога длиной по 1 метру обеспечивают стегоцератопсу отличную защиту от хищников высшего порядка. Ага. Так, название этого зверя, созданного путем объединения ДНК стегозавра и трицератопса, означает рогатая морда с крышей. Стегоцератопс. Ух ты, так еще у них еще и смысл есть. Не просто комбинация двух. Ну, в принципе, да. Если мы комбинируем название двух динозавров, а название динозавров и так состоит из каких-то слов древнегреческих либо латинских, в общем-то, тут как ни крути, а получится, что название гибрида будет иметь какой-то смысл. Рогатая морда с крышей. Ну, крыша это в смысле те вот пластины. Так, крупный шипастый воротник стегоцератопса и толстые шипы на спине легко отводят голодного тираннозавра и... Отвадят. Ну, в смысле, понятно. Отгонят. Либо аллозавра. Да. Это великолепное животное заметно отличается от остальных своим размером и весом в 15 тонн. Как истребитель F-18. Ху-ху! Он намного крупнее трицератопса. Обыкновенного. Там 8 тонн было, по-моему. Или 8 метров. Ну, короче, и тон где-то так. То есть он существенно крупнее. Он, блин, как спинозавр. Ему не кисло так. Не кисло. Так, давайте что-то, может, по новостям еще что-то пишут нам. Так, ну, вот это вот, собственно говоря, картинка нашего нововведения. Игра код 19. ДНК Динобаксы. Демократия. Перейдите на страницу сообщества и оставьте отзыв. Кстати, еще у нас, ребятки, должны появиться 3 новых существа. Это у нас... так. Все нормально? Это где же это было? А, вот сюда, по-моему. Сейчас мы перейдем на страничку. На страничку вот этого, собственно говоря, обновления. Вот это наше обновление. Апдейт номер 25. 3 новых животного скоро будут объявлены. Вот такая вот, короче, ерунда. Ну, вот этот описание побега. Ну, тут, кстати, да, побег. Это будет напрягать только тех, кто уже достиг 12 уровня. То есть новичков он не будет трогать. Это хорошо. Так. Изменен баланс. Мозазавр. Мозазавр был первым акватическим животным. И турнаментным животным первым был. С тех пор турнирные животные стали более эксклюзивными. И это влияет типа на их статы, показатели. Мозазавра бафнули. Здесь фан фаворит. Короче, из-за того, что он типа крутой такой, да, все его любят, а он был слабаком, его бафнули. Так. Stay tuned, ну, короче, интересно. Я вот, да, надо так повнимательнее читать новости. Так, музыка какая-то. А, миск, нет, фильтр 2.0. Благодаря отзывам пользователей, дефолтный фильтр, что-то там. Какой-то фильтр надо попробовать. Так, билдер
Значит, это постройки тоже. Можно будет складывать построенные здания и декорации. То есть не продавать, а типа их на склад отправлять. Перемещать здания и декорации легче. Ну, то есть это надо, механика поменялась, короче, какая-то. Когда вы выбираете здание и декорации, в складе, кстати, надо пробовать, что ли, склад. Так, ну и все, да, тут все, страничка закончилась. Странно, тут вот смотрите, первая и сразу третья. Окей. Так, давайте сейчас что-нибудь мы тут передвинем. Так, если ваш парк переполнен, вы можете убрать здание и украшения, нажав сначала на них, а затем на кнопку хранилища. Чтобы вернуть их обратно, просто нажмите на них в магазине, и они сразу же появятся в парке. Ну они типа в магазине добавляются плюс один. Ну, жалко, я не хотел бы, чтобы он не так работал. Вот, ну, эта кнопка появилась. Ну, просто, как бы, если я одну статуэтку верну в магазин, то я в магазине уже не смогу купить, потому что цена исчезнет, и будет значок плюс один стоять там. То есть я не смогу накупить каких-то... Вот купил, отправил на склад, купил, отправил на склад, так, короче, я не смогу сделать. Это печально. Это печально. А вот эта вот картина, знаете, мне, ребята, что напоминает? Мне напоминает сцену из первого кризиса, когда на пляже нам нужно вырубить какую-то там вышку. Ну, буквально начало игры. Вот что-то мне так очень напомнилось. Вот с этой стороны пляж, мы как-то сюда подъезжали, а эта штука была на горке. Кто помнит этот момент в кризисе, ребятки, ставим лайк. Так, ну, ничего такого сверхъестественного здесь, да, не произошло. Так... Давайте... А, черт, я ж мышь мазозавра должны посмотреть. Давайте посмотрим Мозика. Мозик. Я не помню, правда, каким он был, но был дохлым. Про Мегалодона они ничего не написали. Давайте сначала глянем на Мегалодона. Они ж там в один уровень были. 1200 на 716. Ну, наверное, так и было. А теперь Мозика глянем. Он стал 3000 на 1000. Во, вот это его бафнули, ребятки. Бафнули Мозика нашего. Так, ладно, тогда нужно идти им посражаться. Давайте в акватику. Так, где он появится у нас сейчас? У него косарь сила удара. Вот, появился фильтр свирепость, фильтр редкость появился. Свирепость. Что значит фильтр свирепость? Вот это то, что я говорил. Это суммарное объединение, наверное, характеристик существа. Но то, как оно было отсортировано изначала. Наконец-то им дошло. Только редкость. А можно выбрать редкость? Вот это вот им не совсем дошло. Вот как? Ну, свирепость это хорошо. Ну, если оно работает так, как я вам говорил, когда учитывается и... сила удара и здоровье. Ну, скорее всего, это так, вот как я вижу. Ну, хотя, а протостега тут-то при чем? При чем тут свирепость? Протостега, ребята. Караул, это какой-то глюк. Это реально, знаете, кто-то лоханулся, поставил признак в протостеге неправильный. Ну, вот тилозавр уже, видите, не на первом месте. Так, я ищу Мозика. Вот у нас, ребятки, Мозик. Давайте сейчас мы сортанем тогда, наверное, все-таки по силе атаки. И вот наш мозазавр, он стал, ну, слабее, чем Эдестус, конечно, но ладно. Мозик. И вот еще Мозик есть, да? Мозазаурус. Допустим, берем платозавра. Против него будет рифовый. Берем вот так вот и вот так вот. Сделаем два боя мозазавра. И потом с арком еще посражаемся. Ну как, вот последнее чуть время, да, чувствуется, что разработчики взялись. Так, 500, короче, по 500. Ух ты, красивая картиночка. Надо сделать как-то скриншотик. Так, за два удара я его пробиваю.
Но он сейчас подменится, конечно. Кайвеки, а. Да, один полный скелет всего лишь. Один скелет найден, по-моему, этого существа, да, Кайвеки. Отлично. Идеальное попадание, ребята. Так, даже не собирался как бы записывать серийку, но тут нахте бах, трахт, барахты и записываю серийку. Ладно, хватит, принесем тебя в жертву. Упс! А фигушки у плотозавра-то житла-то много. Раз, два, я его пробил. Раз, два, три. Ну, если в щит. Отлично. Идеальное попадание номер два, ребята. Да, ну, конечно, вот с этим побегом было бы круто, если бы разработчики сделали, чтобы динозавр мог бегать между клетками, но это вообще, конечно, нереально, потому что это полностью переделывать игру. Такого они, конечно, никогда не сделают. Ну, типа, какое-то микроподобие того, что есть Jurassic World Evolution, да? Но было бы прикольно, да? Я вообще хотел бы, чтобы можно было сделать 3D-тур, чтобы можно было, вот как в Jurassic World Evolution, например, от вида в гиросфере, да, так проехаться между клетками, посмотреть на динозавриков. Это было бы круто. Тогда был бы, как бы, стимул как-то парк свой переукрасить. Так, ну что, давайте дубль номер два. Так, у нас протостега вообще лютый зверь. Так, по-моему, что-то поменялось. Не. Эдестус же... А, ну там была другая сортировка. Ладно. Ладно, ребятки. Тогда. Берем Эдестуса, Бананагмиуса и Мазазавр топового. Ну, это хорошо. Мазозавра, ну надо его еще было бы бафануть. Но это какой всем подарок, представляете себе? У мазозавра был у большинства, да, он слабенький такой, а теперь у каждого появился. У кого-то, может, даже нету никаких там виповских существ, да, водных, а теперь у них появился самый крутой. Мазозавр для многих сейчас стал самым сильным существом. Так, так и так. Ладно, можно ударить. Правда, тут заболтался, не запомнил, какие удары у нас. Ну, понятно, у двух по 500 и у третьего по 500. Мои существа намного сильнее получаются. Так, и получится, бананич у нас будет вообще лютым зверем, у него же там сильный удар. Так, ну бананич съест Дунки. Давайте сделаем вот так. Хотя Дунки лютая рыба, а Лицихтис это вообще, блин, гигантская рыба. Это ж костяная рыба, Лицихтис, она размером с кита, ё-моё, 20 метров длиной, представляете себе рыбку такую костяную? Так, ну шо, Кайвеки, время принять смерть от мазозавра.
Крутим нашу супер-рулетку. И давайте мы еще, наверное, поглазеем на нашего... На нашего... Мозика. Ну, модельку они вряд ли перерисовали. Но мозик теперь у нас эксклюзивное существо. Вот так выглядит он на первом уровне. Вот так вот выглядит на 20-м. Красивенький. Ну вот, мне и на первом бы понравился, только, наверное, как-то что-то более синим хочется его видеть. Ну, такая вот шикарная раскраска. Ну, он, собственно говоря, не шибко там изменился, даже на 40-м уровне. То есть, ну, это хорошо. Я как бы люблю, когда остается какой-то реализм. Да. Так, а у нас по этой трубке кто-то ездит? Да, ездит поезд, отлично. Давайте прочитаем еще, что у нас пишут про мозазавра. Название мозазавр означает ящер из реки Моза. Ну, река такая Мез, да, Мез, где были обнаружены первые образцы окаменелости мозика. При длине 18 метров мозазавр меньше, чем лицихтис. Является одним из крупнейших мозазавридов и последним из них живших на Земле. То есть, да. Да, печалька. Мозазавр охотился у поверхности, хватая рыбы, птиц и все, что сможет, до чего сможет дотянуться, в том числе и индоминуса. Ну, водные существа ж намного тяжелее, чем наземные, потому что их поддерживает вода. Когда череп мозазавра был обнаружен в конце 18 века, ученые решили, что он принадлежит крокодилу или неизвестному виду китов. Вот так вот. Ух ты, изменилась вот эта штука. А ну-ка. Вот, смотрите, когда я захожу вот сюда, видите, и меняется надпись. Исчезает кнопочка, ребята. Так, ну, в целом, вот такие вот у нас были дела. Вроде как ничего не пропустил. Если что-то про обнову я там упустил, так что напишите это в комментариях, ребятки. До скорых встреч!